Доброй ночи всем подписчикам и зрителям моего канала. Одесса, 29 июня. Сообщают о том, что завтра в Одесской области ожидается град и молния. Град диаметром 6-19 мм. Также ожидается кратковременное шквальное усиление ветра до 15-24 метров в секунду. Просят не оставлять свои автомобили под деревьями, а также линиями электропередач. Снова возвращается непогода в Одессу. Судя по всему, будет снова штормовое предупреждение, снова будет выброс мин на побережье. Так сказать, наша песня хороша, начиная сначала. На данный момент в Одессе, слава богу, все спокойно. Последняя воздушная тревога была в 5 часов вечера. Сейчас идет какое-то затишье, ни воздушных тревог, взрывов никаких не слышно ни в Одессе, ни в области. Относительно данного затишья у меня есть две мысли. Первая мысль — это, так сказать, затишье перед бурей. Последняя воздушная тревога была в 5 часов вечера. И, возможно, ночью будет попытка нанесения ракетных ударов, будут воздушные тревоги, и ночь пройдет неспокойно. А, возможно, действительно наступило своего рода какое-то затишье, потому что последние дни уж слишком много было нанесено ракетных ударов и по Украине, в частности, по Одессе, по Одесской области, по Николаевской области. Ну, дай бог, чтобы это было затишье. Я желаю всем мирного неба над головой. Спокойной ночи. До встречи в новых видео. Всем пока.